же для меня он такой близкий, который он мне нравится. И сейчас буду чуть-чуть маленькая импровизация играть, и потом показать музыку Альбинес. Через вот эту импровизацию я буду играть вот произведение Альбинеса, может быть история, может быть что-то другое. Ну, будет очень похоже. Ну, сколько интересно, что можно исполнять вот эту музыку даже на скрипке, даже на фано есть аранжировки. Это значит, что он гениально написал для всех инструментов. Просто по-другому можно играть. А такие композиторы очень мало. Потому что, например, Шопен, мы можем играть на скрипке, который там приносит. Ну, он тоже виртуоз. Но лады, они такие интересные, что можно исполнять. Очень легко играть, но очень трудно исполнять красивые правила. Поэтому я буду играть импровизация маленькая и потом что-то испанский, фламенко. Thank you.